начале 2021 года стало известно, что «Бульвар Славы» будут реконструировать. Первоначальную концепцию показывали на проектном семинаре, а месяц назад здесь начались активные работы. Мы приехали сюда для того, чтобы понять, как «Бульвар» будет выглядеть уже к середине осени. «Бульвар Славы» начинается от бывшего кинотеатра «Салют», тянется почти 500 метров и заканчивается на проспекте Октября. В его начале стоит памятник летчику Мусе Гарееву. Поэтому и бульвар решили сделать похожим на взлетную полосу. У нас будет в той части от проспекта сюда будет расположена подсветка тротуара. Что-то будет символизировать вечернее или в ночное время, будет показывать, как взлетно-посадочная полоса. Это как раз будет подходить сюда, вот, к памятнику. В начале бульвара уже установлена бетонная емкость. Сперва может показаться, что это будущий фонтан, но заполнит ее совсем не водой. По первичному проекту на бульваре должен был появиться и фонтан. И когда мы сюда приехали, то подумали, что вот эта глубокая широкая чаша для него и нужна. Но прошло минут 30, и экскаватор начал закидывать ее землей. И тогда оказалось, что никаких искусственных водоемов на бульваре не будет. У меня в проекте фонтана нет, поэтому я не могу сказать, как он здесь будет. В конкурсной документации его не было, на торги он не выходил. Я думаю, что здесь посадят и туи, и деревья, сделают символическую горку. Поэтому он и поднят так, и выделяется над всем. Оказалось, что некоторые моменты из проекта пришлось убрать из-за сокращенного на треть финансирования. Например, все существующие деревья сохранили, а вот сажать новые не будут. Конечно, очень жаль, что немножко подрезали финансирование. Ну, я думаю, что из того, что осталось, мы сможем сделать, чтобы бульвар Славы был красивой и достойной площадкой. Новые должны были высаживать, но отчасти эту сократили финансирование. Поэтому я думаю, что мы здесь будем высаживать деревья в рамках «Зеленой Башкирии», в рамках других программ. Поэтому эту часть, конечно, убрали. Сейчас бульвар Славы перекопан от начала и до конца. Брусчатка уложена только на небольшом участке возле бывшего кинотеатра. Но описать то, каким будет бульвар, можно уже сейчас. То есть, как это будет выглядеть? Фонари посередине или фонари по бокам и дорожки? Ну, смотрите, фонари будут, конечно, посередине. Видите, здесь коммуникации все прокладываются. Да, будут современные фонари со светодиодным освещением. В вечернее время будет казаться, что от кинотеатра «Салют» сюда летят самолеты и хотят здесь приземлиться. Здесь будет также тротуарная плитка, также будут бордюры из натурального камня. Скамейки будут, урны будут. Небольшой детский игровой комплекс тоже будет, который именно проходил по слушаниям. Все остальное это будет. Сейчас на площадке работают от 20 до 25 человек и 15 единиц техники. Согласно контракту, завершить реконструкцию нужно до конца октября 2022 года. Егор Полторыхин, Игорь Яковлев и Сергей Ямаев, телеканал ЮТВ.